Да, друзья, вы видите собственными глазами, не зря Тихий океан называют тихим. Тропики, друзья, ой, тропики, влажно, душно, жарко. Этот день мы в океане, ничего не происходит. Вы видите, друзья, значит, ребята, они живут в Калифорнии, в Сан-Хосе, но родом из Эквадора, и вот они с этим плакатиком будут бегать по палубе, а местная съемочная группа будет их снимать. Вот вы видите, им раздают тут всякие бумажечки красивые, и вот они там сидят, рисуют, там дают типа ватманской бумажки. Мы с вами, друзья, забрались на палубу 16 этажа. Сюда уже лифт не ходит, вот только по лесенке можно. Называется спортивная палуба. Вот этот бассейн называется Splash Pool. Ветер дует, тут не знаю, что вам слышно, не слышно, но вот так с носу-то смотрится. Ну, почти с носу. А вот, друзья, мы пришли на, можно сказать, концерт, не концерт. Свободных мест вообще нет. Зал битком. И будет выступать Magician, то есть, можно сказать, такой фокусник с дрессированной собачкой. Her card, so tell them. Your card was the Three of Hearts. Is that right? All right. There's another dollar for you. You can buy some tape to fix that one. And we have one more for you. Yeah. Thank you. Мужик совершенно невероятный, невероятный мужик. Да, такое редко можно увидеть. Сегодня, друзья, у нас программа «Голос», второй тур отборочных соревнований. When you're good to mama. Это наши голоса. Ну и как всегда бывает в сельских клубах, после лекции танцы.